Команде напротив нас привет! По этим ребятам и не скажешь, что их возможности как-то ограничены. Настоящие спортсмены и первоклассные голы. Здесь бок о бок в одной команде дети из коррекционных школ и общеобразовательных. Так, например, о команде СКОШ номер 3 и первого интерната можно сказать «Вместе мы сила». Ребята уже дошли до финала. Наша команда хотим, чтобы она выиграла, и хотим в Иркутск поехать. Если получится, то будем играть. Успели подружиться, но играли недолго, конечно. Поэтому это первая игра с ними. Мы только знакомимся с ними. Unified Sport или Объединенный набирает обороты по всей России. Добрался он и до нас. Это первый подобный турнир в Бурятии. В том, что спорт объединяет не только красивый слоган, лишний раз убедились организаторы. Абсолютно здесь никакого разделения нет. Именно мы к этому шли. Я думаю, что мы цели добились. Именно этого мы хотели, чтобы вот так, какого-то вот барьера, границы между этими детьми не было. По командам видно, как они общаются, как они борются друг за друга, как они поддерживают, как они успокаивают друг друга. Тоже дети волнуются, как все люди. Главный приз проекта – поездка в Санкт-Петербург на всероссийские специальные игры в апреле 2013 года. А впереди пока только в планах турниры по юнифайд баскетболу и теннису. Санжима Немаева, Александр Хамаганов. Новости дня.